Странные насекомые атаковали жителей Барнаула. Пользователи одной из соцгрупп выложили в интернете фото, на которых видно, что окна многоэтажек усеяны незнакомыми существами. Правда, комментаторы к интернет-сообщению о насекомых отнеслись с юмором. Одни в шутку прозвали их опасными зверями, другие – монстрами. На самом деле, страшные насекомые, скорее всего, паденки или метелицы – безобидные создания, которые любят влажные места. Их название в переводе с латыни звучит как «длящиеся не более дня», так как членистоногие живут не больше одного дня. Часто их используют для ловли рыб, а вообще они обитают в воде. В связи с этим у многих возник вопрос, как насекомое, обитающее в воде, забралось на верхние этажи многоэтажек. Барнаульцы предположили, что паденки прилетели в город после проливных дождей.